перед тем, как мы начнем, нам нужно определить, кто из номинированных пар останется в проекте. Мы приглашаем на лед наших номинантов. Встречайте. Анна Семенович и Павел Колобков. Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов. И Татьяна Татнянина и Леонид Закашанский. Вот кого-кого, а кого, так это вас я не ожидал увидеть в номинации. Переживали за сложившуюся ситуацию, честно? Честно, переживали. Меня вообще это чуть не выбило из колеи, потому что я не понимала. И шаги делали, и дорожку делали, и поддержки сложнейших делали. И оказались в номинации. И я смотрю, я говорю: Леша, а что делать дальше? Я не понимаю. Вот. Я тут посидел, посмотрел на то, что творится на льду. Было где-то примерно 5 пар. И у меня выдалась такая возможность посмотреть на это. Ребята, это, не знаю, это такой заряд, это какое-то сказочное, волшебное чувство. Все что-то делают, придумывают, где-то иногда вздорят слегка, где-то радуются, улыбаются. И почему я так долго рассказываю? Потому что, ну, очень не хочется уходить с этого проекта, очень. И не только Кате и мне, и всем ребятам. Еще одна непростая неделя позади. Силы для борьбы у вас еще остались? Сейчас проверим. Ты знаешь, Настенька, я вот сейчас всегда держалась за твое платье. А я знаю, когда держишься за платье невесты, а то сбываются все желания. Я нам с тобой желаю, Пашка, сил. Ребята, Лень, все мы помним, как Таня говорила, что очень сильно хочет остаться в проекте. Расскажи, как Татьяна пережила эту неделю? Расстроилась из-за номинации или отнеслась к ней с оптимизмом? Татьяна очень ответственный человек, она же олимпийская чемпионка, поэтому, когда мы попали в номинацию, Татьяна переехала с раскладушкой вот в этот комплекс. И мы стали здесь жить, чистить зубы, тренироваться, спать, есть и проводить массу времени вместе. Я вижу, ты даже посидел. Это еще что? Я считаю, что этот проект в моей жизни, ну, это яркий момент, поэтому Таня мне сделала 6 швов на пальце совершенно случайно. Я его никогда не забуду. Вы даже не представляете, какое ощущение стоять здесь и чувствовать, что вот ты сейчас покинешь этот проект. Я уже миллион раз повторяла, что мне очень хочется остаться в этом проекте, но, видимо, не судьба. Что ж... Сегодня настроение хорошее, в любом случае мы подготовили номер и постараемся порадовать зрителей. Я предлагаю нам всем, вам всем, подержаться за платье Насти и загадать желание. С удовольствием вам его предоставлю. Потому что, ребята, прямо сейчас мы узнаем, кому из номинантов предстоит продолжить борьбу за чемпионский титул. Внимание на табло! Большее количество голосов набрали пары Анна Семенович, Павел Колобков и Екатерина Стриженова и Алексей Тихонов. А это значит, что они остаются в проекте. Поздравляем вас, ребята! Только что вы были спасены телезрителями. Самое время перевести дух, ну и начать готовиться к соревнованиям. Удачи вам! Увидимся на льду! Танечка, прости меня, пожалуйста, что мое платье тебе не помогло. Теперь, к сожалению, для вашей пары все позади. И можно, не стесняясь своих чувств, сказать все, что у вас на душе.
Честно говоря, я очень рада за ребят, которые остались в проекте, потому что я знаю, как это тяжело и как это сложно каждую неделю готовиться и особенно попадать в номинацию и выбираться из нее. Поэтому я желаю им удачи, и мне было приятно работать со всеми, кто помогал в этом проекте и с кем пришлось сотрудничать. Спасибо всем большое. У меня есть такое вот ощущение внутри, что мы запомнимся как пара на этом проекте, потому что у нас было все. Были шутки, были падения, были травмы, были переживания, были споры. Я очень благодарен Саше Жулину, Илье Вербуху, вообще врачам, всей команде ледникового периода, которые помогали все это время вообще держать свой организм в норме и продолжать работать, работать и работать. Ребятам желаю просто успеха, катания дальше, потому что, я думаю, каждый бы из нас, как бы не уставал, как бы не травмировался, что бы с ним не было, он все равно хотел бы остаться здесь. Это здорово, это замечательно. Спасибо. Спасибо.